Всем привет! С вами Юмилька. Будем смотреть Мармока. Ролик по игре Lethal Company. Она сейчас как-то прям даже на хайпе. Я спросила в чате, хоррор это или же нет, мне сказали наполовину. И насколько я знаю, в нее можно играть в кооперативе. Я видела чуть-чуть геймплей этой игры, но вообще не знаю, что там надо делать. Поэтому будет даже интересно сейчас чекнуть, и может быть я сама захочу в нее там поиграть, кто знает. Итак, Lethal Company. Lethal, правильно, да? Lethal. А может быть, да, может быть, он прав. А я Lethal. А как расшифровывается название этой игры? Летальная компания, смертельная компания. Ну, если не... Смертельно опасная. Я вообще имею в виду, название игры оправдывается самой игрой или... Да. Как? Ну да, мы же типа рискуем жизнью ради компании. Ну, мне тогда не нравится уже, блин, название этой игры, потому что оно в себе подразумевает то, что мы будем часто погибать. О, да. Или страдать. Все, теперь я вас слышу только через игру. Боже, какой странный звук. А она только на английском языке, получается, есть, да? ВСД, Shift, все по классике. Итак, можно мне немножко тишина? Я хочу записать вступление для подписчиков, чтобы они понимали, что здесь происходит. Качество какое-то странное. Вот почему качество какое-то странное, блин. Это так бесит, я ставлю все время самое высокое качество на видео, но почему-то оно само скидывается на низкое. Итак, это летальная компания. Объяснять, что за игра, я не буду, потому что я сам не знаю, а вот ребята знают, и сегодня они будут моими путеводителями, поэтому... Предсказание. Да, судя по их комментариям, они сегодня будут учить меня погибать креативно. Итак, ребят, с чего нужно начинать? Смотри, так, первое, молчи, что ты должен понять. Чего? Слишком много голосов! Ага. Такая путаница. Кажется, это будет тяжелый день. О, да! Как бы могу представить, каково Мармоку, при том, что я просто смотрю видео, но ничего не поняла, а он там играть с ними сейчас будет. А у меня один вопрос. А знаешь ли ты, что я стримлю на Твиче? Если нет, ты впервые об этом слышишь, то залетай к нам, ссылочка на Твич в описании. Стараюсь стримить минимум 4 раза в неделю. Если что, анонсы стримов есть в телеге. Давайте вас представлю. С нами сегодня Гавер Богдан, Джохан Аркаша и лайкер, собственно, Олег. И я есть хочу. Мармел. Вот меня сегодня просили на лайкера сделать реакцию, но я не знаю. Пока еще думаю. И кроме того, у Джохана уже вроде как 2 ролика вышло по этой игре. Аркаша тебе не рассказал. Мы, короче, это как он вообще сделал? Космические долбоящеры. Фу, таким быть. А почему тут такие титры? Где мы его воруем? Как выглядит этот мусор? Он лежит там в коридоре. Он в этих зданиях, получается? Да, да. Так. Да, я нажимал на него случайно. Я думал, я лучи счастья посылаю окружающим. О, тут двигатель. Какая милота. Кажется, моей бэхе выпал двигатель. Кто-то кричит, зовет на помощь. Не могу понять, либо зовет на помощь, либо... Кто-то меня зовет. Сюда, смотрите. Что смотрите, такое? Берите болт. Болт шестерки. Мне издалека это ковид повиделся, знаете, как вот он такой кругленький и с этими штучками. Ой, там какая-то мерзость. Все нормально. Он точно что? В адеквате? А это же точно не... Да безопасный, смотри. Да не он рыгнул на тебя. Я тебе верю! Я тебе не верю! Я прыгаю на... Там так темно, еще непонятно! Да, да. Вы все живы? Не все. Не совсем. Так вот так вот доверять друзьям после такого... Почему ты жив? Он сказал, я прыгаю на... Чего? Подождите, а когда Мармок умер в игре, его не слышат остальные, да? Вы уже или весь металлом скупщику подожди, отнесли. Подожди. Я больше подожди, ничего подожди, не вижу. Подожди. Так быстро это говорил. Это что за хрень? Его кто-то забрал. Пока. О, бог, Ктулху, мы принесем тебе в следующий раз больше металлолома. Не ешь больше никого, пожалуйста. Сильно раздражается, если много звонить.
Так не звони. Прекратите звонить, да вашу ж мать. Богдан, до свидания. А я тоже хочу нажать. Именно на Мармоке он вылез. New Land. Не хочу ждать, это слишком долго ждать. Это заснеженная лака... А нет, иду я на ты. Это очень скучная планета. Давайте покажем Марину очень смешную штуку. Какую? Член. А что показать хоть? Я наступил на мину. Ага. А давай мы ему другую смешную штуку покажем и уйдем. И оставим его здесь одного. А можно так сделать? Я могу вас всех похоронить. Я стоял далеко. Твою мать. Повезло, конечно. Многоходовочка. Я надеюсь, вы сейчас... А может быть, ей не повезло, потому что все друзья минусанулись, а он остался один. Вот я смотрю этот видос почти 5 минут, и я не понимаю, что тут надо делать. Типа, вы космические какие-то исследователи, ваша цель что-то там собирать, какие-то гаджеты, но в то же время быть аккуратными, чтобы какие-то космические монстры вас не прибили. Наверное, что-то вот такое, плюс-минус. Счастливо, ребят, потому что теперь нас просто выпустят. Мусор собирать? Я думала, мусор это утрировано было. Костя, в космос за наш фейс! Последнее слово давай скажешь. Я жестко увлекаюсь пластилином! Яички брейте, мальчики! Какое классное наставление! Клитор или как? Я его не терял. Просто у меня где-то вдалеке Олег кричит, где клитор, а Богдан говорит тут, в другой точке. Я очень хотела пошло пошутить, но это так нелепо было бы. Я это в голове представила и поняла, что нет, я лучше промолчу. Потому что это было бы настолько стыдно. Чтобы я понимал, как в это играть, мы уже 15 минут ни хренашеньки не находим. Все нормально. Это не нормально. Там так темно постоянно. Я бы ярко сделала побольше. О! Что это такое? Это кто такой? Как с ним обращаться? Я тебе объясню, как с ним обращаться. Выглядит очень стрёмно. От него нельзя отворачиваться. Так, как Little Nightmares, да? Встал, встань сзади, чтобы он тебя не видел. Потому что... Я иду, это что? Это мина. Блин! Он так быстро еще подошел! Вот сучка! Он же спиной стоял! Он я быстро так это сделал! Нет! Он такой быстрый! Он слишком быстро это сделал! Я понимала после слов Джохана, что он, ну, как бы, будет тебя преследовать, но я не думала, что так быстро он это сделает. В том же самом, по-моему, Little Nightmares они медленнее шли. Жук. Не бросай меня. Где? Я не могу на него посмотреть. Почему он бежал? Ой, извините, я случайно тут всякое лишнее понажимала. Когда эта игра успела превратиться в хоррор за 3 копейки? Вот именно. Жук миролюбивый, это планктон из губки Боб. Ну, поначалу вообще не было страшно, а тут... Смотри, смотри, я буду искать выход. О, я нашел выход, все, пока. Ты чё? Он же до поворота идет. Жук, жук, встал! Жук, так ладно! Уроку писец сейчас будет! Помоги мне! Что происходит? Ты где? Я смотрю на него спокойно, все, уходи. Жук меня унижал! Что бы я с тобой? Куда-нибудь? А теперь... Назад нельзя! Быстро! Он очень быстрый! Говорит, как моя жена! Я закрыл, все в порядке. Я хочу подышать воздухом. Не хочу нас... Эта планета мне неинтересна. Она... Что с графикой в этой игре? Она прям вот такая есть, просто как будто это не игра 23-го года. Не, мы ничего не добыли, мы ничего она не добыли. Или это все-таки VR-версия? Так и надо? В этом типа смысл, там атмосфера специфическая, да? Да это она и есть такая. Это стилистика. Вода для жизни. Сваливаем. Аркаш, Аркаш. Смотри сюда. Это тяжелая работа для меня. Мне плохо. В твоем голосе слишком много оптимизма, брат. О, да. Где я? Я не знаю, я в тупике. Как же тебе? Там так тихо. Какая мерзкая хрень! Беги! Куда? Почему там нет фонарика? Я устал уже! Паук! Заткнись! Вообще не время петь сейчас! Или пой что-то другое!
на голос. Повезло. А он боится света, да? У него есть такая фобия, да? Да. О, нет, фобии такой! Точно. Ни хрена не точно. Я не туда побежал. Ой, какой мне капут. Дежавю. I do this with days before. Боже, как я забросил. Нифига. Он дал мне второй шанс. Я сваливаю. Я беру свой двигатель и я сваливаю с палубы. Подожди, стой. Давай так, мы уходим только если один из нас погибает. Подождите, а где другие ребята? Они только вдвоем сейчас остались? Я еще жив! Для меня ты уже мертв. Няма-няма, я нашел пиварик. Пиварик это за... Бери пиво. Вот я не понимаю, это Мармок сделал такие надписи стилистические, походу, да? Но они просто тоже вот прям под стиль игры подходят, такие... пиксельные и нечеткие. Пиварик. Взял. Мы уйдем отсюда с пивом, как минимум. Да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как резко стало тихо. Я слышал прерывистый крик, а потом была тишина. Я сейчас подойду к этому обрыву, посмотрю вниз и увижу там... Трупик! За пиво обидно, блядь. А что это за говно я подобрал? Челюсть какая-то. Нашли Fire Exit сразу. Нахрен мне челюсть вставляет. Ой, смотри, хрустнуло. Вот слушай, это будет успешный заход, я чувствую. Да, все а очень точно? Рядом. Челюсть-то забирай. А зачем она мне? Что мы продадим, дубина? Челюсть она продать? Продается. Мы все продаем. Мы все продаем. Главное не продавать друзей. Мы барыги. Вот там тварь, ты иди сюда, иди сюда, иди сюда, там тварь идет к нам. Большая, мазочеленистая такая. Я грею тапки, брат. Лё ревуар. К сожалению, не получится подогреть. Как, там говорится. Что, не умный? Там никого нету. Есть, я видел вдали. Я ты, ты что, не умный? Уже нашел себе шестерню, нету. И я сваливаю. Алёрт, дрёпью, металлик, едь. Слушай, надо его куда-то скинуть. Ты куда? Блядь! Что это было? Меня чё, молнией шандарахнуло? Сито. Походу. Погиб он, Деспасито поет, блядь. А он еще не понял. Это все от меня осталось. Могу сделать вывод, что ты забыл вынуть металлический предмет и сюда, по-моему... Это так работает. 300 метров, блядь. Кстати, правильное направление посмотрел. Прям детектив. Что плохо, брат? Как быстро ты умер? Молниеносно. В прямом смысле. Все, нам пора собраться. Это забег победителей. Вот это я понимаю настрой. Вот это я понимаю. Так вот только мужчина. Короче, все. Отсюда и начинается фрагмент, где мы делаем то, что от нас требуется, где мы выполняем свое профильное предназначение. Ну хорошо. Кто фонит? Я хочу это вырубить. Ой, это свет. Я тоже не люблю свет. Вспомнил былые времена. Извиняюсь. Ты как мотылёк в темноте, только летишь нахуй. Начало положено. Первая деталь есть. О, да! Я нашел еще один металлоломный двигатель. Получается, ты исследуешь карту, как лабиринт, и вот так ищешь, натыкаясь на дружочку. Два двигателя есть. Мы красавчики, продолжаем в том же духе. Эти возы, не страшны тревоги, нам добыли... И дороги, дороги, правдивы, дороги, дороги. Бременские музыканты. Я скриптонит. О, еще металлолом. Нам любые дороги, дороги. Так долго они это собирают. Мы капец как залутались. Мы не самые залутанные барыги. А тут сразу добыча валяется. Такой звук. Ну все, брат, сестра, пора это все забарыжить. А теперь на нужную нам планету. Именно. Это успешный успех. Завтра покупаю Бугатти. Хорошо. А это снова то место, где монстрик был с щупальцами. Просто чудесно, теперь мы богаче. Почему она не ставится? Бля, мы как будто Альтрона разобрали, брат. Да, еще один. Сколько у нас бабок? А что ты делаешь? Ты залагал. Ой, походу, как да. Охрененно. Просто я в ахуе. Получается,
Они сначала должны будут начинать. А? Все сначала. И на этой веселой ноте я с вами прощаюсь. А реально так быстро? Мы проиграли все. Мы обнулились. С чем пришли в эту игру, с тем и ушли. Это очень грустно. Это все новости на сегодня. Всего хорошего. Они так долго к этому стремились. И тут... Обидно за ребят. Ну, а теперь точно все. Всем спасибо за просмотр. Угу. Здесь был гребаный чертофан. Увидим. Ну, как бы он говорит точно все, но тут же как бы бонусы еще есть целых два. Вся в следующем видео. Все еще в этом году. Еще два раза. Или один. Окей. Или два. Или три. Или два. Может, четыре. Или обидно. Все хорошо. Не услышать в предновогоднем ролике заветную мелодию из Гарри Поттера в исполнении Марина и Аркадия — это как не найти ни одного бага в играх за все лето. Мармок загоняет людей в свои субъективные рамки превосходно. А по мне вот этот пончик превосходен. Я каждый раз смотрю на рамки и отмечаю его. И хочу его. Примерно такие сны снятся при температуре 39,9. Эй, не пихай ой, меня! Ой. Не пихайся, пихарас! Он назвал его пихарем и просклонял слово пихать, да. Расстаемся навсегда под летним небом января. Странная фраза, если... Подожди, стой, я же... Откуда я зашел? Главное, что ему весело. Прощай, прощай! Ничего не обещай. Ничего. О! О! Ничего не обещай. Какая же херня, еще прям на голову. До Нового года 16 дней. Ну вот на данный момент... А, да, ну как бы да, 16. Нет, да, 16 дней до Нового года. И как-то не верится даже. Вроде бы куда-то, когда выхожу... Там везде новогодняя атмосфера, елочки, музыка. А может быть дело в том, что я редко вообще из дома сейчас вылажу. Мы не успеем, наверное. Прям караоке какое-то. Можно, пожалуйста, сменить радиостанцию? Хорошо. О, классно же звучит! Это мне нравится. Ну все, побежал. А я даже вспомнила эту песню оригинальную. Я каждый раз, когда так прыгаю, ощущаю пятки в жопе. Обратите внимание, тихо. Не забудьте его песка. Собаки, не собаки. Тихо, есть собака. Чего? Где? Ааа! Она недружелюбная! Реально! Там еще была такая фраза, вот здесь за моей камерой, drop big bolt, и у меня какие-то пошлые ассоциации пошли в голове. Мне кажется, что я пересмотрела Мармока с Джоханом, потому что подобное возникает в моей головушке. По поводу игры, вроде выглядит прикольно, немножко страшно, но не супер сильно. Подумаю пока, попробовать в нее поиграть или же нет, и если вдруг решусь, то вы знаете, где вы сможете увидеть стрим с этой игрулей. Ссылочка, если что, в описании. А с вами была Юмилька. Спасибо за просмотр и всем пока!